Да, лучше, чем этим молотком стучать. Лучше. Да, почти. Ну. Чувак, смотри, все светали. Как вы поняли, идет восстановление задней части автомобиля Георгия после соревнований. Вот что значит в топ-8 пройти. Какой ценой? Какой ценой? Совсем забыл кое-что рассказать, очень важное. Как вы помните, от удара в бетон у нас повредилась турбина Forced Performance. Холодная часть повредилась и, соответственно, весь картридж. Короче, она была оперативно отправлена в Forced Performance прямо в Москву. Ее перебрали, там все восстановили и отправили обратно. Очень удобно, очень круто. И спасибо огромное Forced Performance, что вошли в положение, все очень оперативно сделали. На таких турбинах двигаюсь довольно давно. На Лавре стояла, одно время на Сиксе стояла, ну и здесь стоит. Здесь, я так понимаю, 30-ка, по-моему. Ну, короче, 500 плюс сил она выдает смело на 1.5 GZ.